Всем привет, с вами Сергей Пузунков, и вы смотрите Frontend Science. И у нас рубрика «Сегодня я узнал». Мы поговорим с вами про оператор «две звездочки», который возводит число в степень. В JavaScript есть два возможных варианта, каким образом возвести число в степень. Один из них мы можем воспользоваться с вами методом massPow, который принимает два аргумента a и b и возводит число a в степень b. Второй вариант, мы можем с вами воспользоваться оператором «две звездочки», который точно так же возводит число в степень. То есть результат у нас здесь будет абсолютно одинаковый. В целом выглядит все очень просто, поэтому давайте с вами рассмотрим более сложные случаи и разберем интересные подводные грабли. Один из таких моментов, когда мы будем с вами возводить число a в степень b, которое в свою очередь возведено в степень c. Здесь очень важен порядок, как это все отрабатывает. То есть у нас вначале происходит отработка b в степени c, а потом уже получившаяся четверка. То есть мы возводим пятерку в степень 4. Какой в жопу плюс, блин. И получаем наши 625. Следующая важная особенность — это то, что с оператором две звездочки вы не сможете использовать унарные операторы, такие как плюс, минус, тильда, восклицательный знак, delete, type of, void. Если вы все-таки попробуете их использовать, то у вас будет синтаксическая ошибка, как раз которая говорит о том, что унарный оператор нельзя использовать здесь. Но вы сразу зададите вопрос, а каким образом я могу, например, возвести отрицательное число в степень? И здесь на самом деле сразу же и пишется ответ, что вы можете использовать скобочки. Например, минус 2 в второй степени у нас будет 4, а минус 2 в третьей степени будет минус 8. Ну и давайте рассмотрим еще несколько примеров, когда мы с вами пытаемся возвести в степень то, что не должны были возводить. Начнем мы с безобидного NaN. Любая операция с NaN возвращает нам NaN. Ну, здесь как бы все понятно. Следующий момент, когда мы пытаемся с вами единицу возвести в undefined, мы с вами получим NaN. Что тоже в принципе понятно, так как у нас JS пытается привести наш undefined к числу. Если number undefined, нам возвращает он NaN, а любые операции с NaN нам возвращает NaN. А вот вариант с NaN вызывает удивление. Если мы пытаемся 10 возвести в степень null, то мы с вами получим единицу. А все вот почему. Когда мы null пытаемся привести к числу, мы с вами получаем 0. А 10 в нулевой степени равно 1. Как видите, получилось достаточно логично. На сегодня это все примеры, которые я хотел рассмотреть с вами с оператором две звездочки. Я очень надеюсь, что вы сегодня узнали что-то новое. Если вам понравилось это видео, то ставьте ему обязательно лайк, отправляйте его своим друзьям, пишите внизу в комментариях свои вопросы или пожелания по новым темам для новых роликов. На сегодня у меня все, до новых встреч, пока! Ты что, еще не подписался? Нажми там внизу на кнопку и на колокольчик не забудь. Ну, супер! Если хочешь продолжить просмотр всех видео из серии «Сегодня я узнал», то кликай сюда.